Вот дети сделали фон неба, нарисовали замок. Это Валечка. Что-то у меня телефон. Нет, все отлично снимает. Это Валечка. И начали закрашивать. У нас каменный, белокаменный замок. Костя, что ты делаешь? Ты ничего не трогай, пока мы сейчас будем добавлять тот цвет, который ты хочешь добавить. Но елочки очень маленькие, сейчас мы с тобой их увеличим. Пока подожди. Это Вероника. А то я... Вика. А Вероника там сидит, да? Так. О, отличный замок у Саши. Великолепные каменные стены у Юли. Сейчас я подойду к дальнему ряду. Сонечка, да, поаккуратнее с краской уже на полу, но мы это вытрем. Это Соня была, это Вероника, а то я ее с Викой путаю. Аню не путаю, Аня, я тебя не путаю. И Аня была. Вы посмотрите, какие великолепные оттенки белого цвета. Их даже трудно описать словами. Как дети смогли их на палитре. Вот я даже палитру покажу. Это Вика. И сейчас мы перешли, закрашиваем море. Вот и Костя замок чуть-чуть поярче. Костенька, убери руку. А море великолепное. Море лучше горизонтальными мазками закрашивать. Вот здесь просто невозможно. Я бы даже сама так тщательно, Валечка, убери руку, не смогла бы подобрать оттенки белого цвета. Мы, это Валя была. Мы с детьми говорили, что вот какой же аккуратный рисунок у Юлечки. Я даже я белого не спешу, да, хочу добавляла. Про каждого рассказать. Я даже что белого я бы не добавляла. Сама, да, я поняла, что я бы сама не смогла такие оттенки белого цвета, как дети выдумывали их. Сделали, смешали. Это великолепное море, великолепное небо такое сиренево-серое у Вероники. Очень аккуратно. Как раз нам зеленый цвет пригодится для лужайки. Это немножечко для зеленого прилила, но он нам и нужен будет для лужайки. Это работа Сонечки. Родители узнают, какие. Вот здесь очень яркий замок. Я бы вот сюда беленького добавила еще. Очень красивая работа у Ани. Саша, я у тебя снимала? Нет, а как же? Темно-синее море. Очень красивое. Потому что я море рисовала. Любишь море, да? Да, очень люблю. Очень. Вот Саша тут говорит, очень любит море. Сегодня Настенька очень хорошо рисует. Посмотрите, какой у нее замок. Но она вообще хорошо... Но сегодня особенно это Сашенька. Ну, я скажу кучеров, потому что у нас несколько Саш. Но вот здесь у меня две. Ну, у меня много хороших рисовальщиков. Но вот вы увидите, да, какая аккуратная работа это была. А это две Даши. Ну, я назову фамилию, потому что Ильина и Должикова. Ну, вот здесь Катюша Кара второй год ходит рисовать. Молодец. И Вера тоже второй год ходит рисовать. Посмотрите, какой интересный замок и облака получился у Кирилла. Просто сегодня дети иногда не шумят, а сегодня так хорошо работают. Сонечка второй год ходит рисовать отлично. Дима, какой замок на берегу моря. Дим, как он, посмотрите, как он старательно рисует. Юлечка. Юлечка. Сейчас перейдем к елкам, а потом вас ждут феи и рыцари. Очень, да, ура, ура. Очень интересный сказочный замок у Максима. Григорьева Ксюша. А то я Кристина хотела сказать. Почему ты закрасила? Андрей, молодец, Андрей. И девочки, которые любят общаться, а сегодня прям великолепно, молодцы себя ведут. Но только у тебя как-то не зеленая травка, я бы зелени. Ну, пусть у тебя больше песочек, что ли, будет. Надо, ты берешь много воды. Помнишь, я тебе про это говорила? И Маруся. А вот здесь у нас
Алина сидит, она вот такую фею нарисовала. Посмотрим, что будет, когда раскрасишь. Дети рисуют елки. Я вижу по мазкам, что ты делала сверху вниз. А ты делала рядами, как я показывала? Нет. Не вот так гладить, а я вот так показывала. Ты ставила так кисточку? Нет. Отличные ряды. Я показываю второй группы. Отличные. Настя, убери тряпочку. Отличные работы второй группы. Настя, на место села, не встаем. Дальше доделываю две. Замок на берегу моря, за замком моря, на зеленом холме и ели, не сосна, а ели. Вам тут спокойно было, да? Так, а сейчас у нас девочки, это Кирилл. Сейчас у нас девочки получат отличный рисунок. Получат фею, из которой можно сделать принцессу, кто захочет. А мальчики получат рыцарей. Подожди, сейчас я каждого должна снять. А можно выйти? Пока я не сняла, я же говорила, нельзя. А почему мы громко начали разговаривать? Дети нарисовали замок, а теперь они рисуют Сашенька в сторону обитателей. Мальчики рисуют рыцаря. Ну, конечно, это по раскраске, потому что у нас главная была тема замок. Но дети так великолепно рисовали быстро, что решили нарисовать героя, который живет в замке. Вот замок на берегу моря, на холме и ели перед замком. Это Костина работа, а вот его рыцарь. То есть для нас не важно обитатель, это просто для детей. Как развлечение осталось время, вот они рисуют. Посмотрите, какой шикарный замок у Юли, аккуратный, сколько там окошек. И чувствуется внутри лесенки. И Юля рисует фею. Ой, какой красивый личико и фея у Вики. А вот ее замок замечательный. Соня, не ходим по классу. Понятно. Тогда я вот с этой стороны пойду, чтобы показать красоту. У Сони елка крутая. Окна большие, светлые. И у нее очень яркая фея-принцесса. Она сказала, что будет нимб наверху. Она сама это придумала. Очень аккуратные, красивые елочки у Вики. Помню. Наоборот, Вероника. Ну что ж, я все Вика, Вероника. А вот это платье у королевы фей. Красота. У Вали. Посмотрите, какой замок. Вообще, я думала, что детям будет трудно рисовать замок. Они великолепно справились. Какие нежные крылышки у феи Вали. Так. Ой, какие крыши красивые, елки нарядные. У замка Анечки. Я тебя не спутала. Какую она каемочку на крыльях сделала. Молодец. И еще у нас вот Юлечкин. А, Юль, мы твой снимали уже, да? Да. Ну, вы молодцы, дети, вы меня так порадовали. Костя, у меня уже есть.